Привет, привет, дорогие наши подписчики. Сегодня у меня замечательное настроение. Сейчас Дима уехал за Филиппом, а я играла с Луной двумя мячиками. Это так смешно. Вот сюда подходит пословица: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Она хочет и один мячик, он у нее в пасти, и второй. В общем, мы играли, смеялись. Было очень классно. Вот, сегодня вечером у меня встреча. Неформальная, в кафе. Вот, поэтому я такая тоже в предвкушении, вот. Дима делает лестницу, как всегда, мастер на все руки, скоро у нас будет еще и лестница. Заказали доски, очень дорого, на 11 тысяч вышло, вот. На одну лестницу и то не хватит. В общем, денег, как всегда, нужно море. У нас тут постоянно божьи коровки летают. Сегодня сильнейший ветер. Это я вот ее скинула. Просто такой, знаете, ураганный ветер на улице. Вот, что еще? Еще я хочу вам рассказать, что я организую мероприятие у себя в городе. Такое классное, я даже вот рассказываю, у меня мурашки, и прям дыхания не хватает, чтобы поделиться. Для женщин, мероприятие для женщин. Знаете, такое тоже неформальное, когда ты встречаешься с кем-то, с незнакомым, знакомыми, с подругами, подруги мои там будут. И ты там, причем они будут так, что... Вот что значит настоящий друг, как поется в песне. Мне это не надо, я в это не верю, но я тебя поддержу и приду. Вот так вот нужно. Я думаю, вы сами знаете, как нужно. Вот. И я собираю женщин, их очень мало должно быть. Конечно же, это платная такая идея. Сумма небольшая. Будет психолог, психотерапевт, энергопрактик, телесный терапевт из Москвы. Такая женщина, просто вот восторг. Она проведет сессии классные, офигенные. Мы встречаемся на берегу прудика, зелень, невероятная красота, покой, умиротворение. Там также я организую фуршет, заказываю напитки. Угу. Вот, пригласила одного из лучших косметологов в нашей области. Тоже замечательная, милая девушка. И саксофон, там будет саксофон. Нам поиграет один мужчина 30-40 минут. Это все очень дорого. Все, естественно, должна буду оплатить я. Поэтому я рассчитываю хотя бы... не уйти в минус, хотя бы заплатить за это за все, потому что на самом деле на все на это нужно много денег. Я понимаю, что это такая афера, но я верю в нее, и мне самой так хотелось побывать на подобном мероприятии, но никто его не организовывал, поэтому я сама решила взять в свои руки и это сделать. Надеюсь, у меня получится. Это о женщине, о силе женщины, о магической природе женщины. Там будет практика со свечками, мы убираем негатив, заполняемся новой, светлой, чистой, доброй энергией. Должно быть замечательно. Вот, это уже скоро, на День Учителя, на мой профессиональный праздник. Вот такой вот подарок у меня будет самой себе. Дима, конечно же, меня поддержал, естественно. Какой еще муж поддержит все твои идеи, все твои начинания? Я не знаю. Вот. Я иногда боюсь внезапно так умереть. Ну, знаете, там тромб или еще что-то. Не внезапно, еще больше боюсь, не дай бог. Какие-то болезни серьезные. И так и не сказать этому миру все, что я хочу сказать. И не признаться в любви людям, которым я хочу признаться в любви, которых я люблю, их немного, но они есть. Поэтому вот такое вот видео сейчас, не знаю, запишу еще что-нибудь или нет, надеюсь, что запишу в кафе сегодня какое-нибудь видео. Ветер сильный. Вот, пожелайте мне удачи, я желаю всем крепкого здоровья, всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего. Удача мне в этом году очень понадобится, удача, везение. Ну, Бог со мной, Бог всегда внутри меня, поэтому я верю, что все будет хорошо. И у нас с вами все будет обязательно хорошо, в этом году уже все будет хорошо. Все будет по-другому. Я это точно знаю, поверьте. Все, всем пока. Всем привет. Сегодня вечер субботы. Я дома, мы дома. Филипп в Нижнем Новгороде на экскурсии. Так, вчера и я была на встрече с девочками в кафе. Видео не снимала, потому что было очень приятно общаться. Мы очень много там провели время, но уже было поздно, мы были почти самые последние, и Дима уже ждал. Поэтому мы сидели долго-долго-долго, ели, пили. Ну, очень много разговаривали, было очень приятно. И очень много моментов обсудили таких, ну, которые мы хотели обсудить. И смеялись много, как я люблю. Вот, и приехала домой, а сегодня утром, ну, с утра уже нужно было рано на работу. Дима мне принес, у него тоже там были занятия, он мне принес кофе. Мне стало чуть-чуть получше, потому что безумно хотел спать. И ночью я вообще не спала, кстати. Я не спала ночью, потому что у нас вот этот сильный шквалистый ветер. И было слышно очень сильно. Я не могла спать. Вы представляете, вчера вот я была в кафе, а потом, считай, поздно легли.
И ночью я не спала, собака психует. Вот. И Дима там сейчас на улице доски шлифует, под лестницу он делает. Вот тоже приехали с работы, целый день там были, и он сейчас делает, молодец, доски. Так что вот, такие интересные дела. Хорошо. Что мы там? Машина остановилась какая-то. Вот. Что еще? Вот. Холодно. Ветер сильный. А так все вроде бы неплохо. Как поется в песне, все идет по плану. Ну, вот такое видео, можно сказать, ни о чем. Я записала и выложу его сейчас. Сегодня ехали домой. Собаку опять встретили, я была очень рада. Белка, которую вот искали. Она жила там на базе в городе. Потом что-то с базой случилось. Человек, который присматривал, заболел на неделю. И считаю, собаки эти пропали. Базу как-то, я не знаю, быстро расформировали. И в итоге мы как-то выложили видео, как кормим собак ВКонтакте. И девушка узнала их, написала, приезжала сюда. Это оказались собаки, с которыми она ухаживала с самого их рождения. Вот. Она была очень рада, они были счастливы, собаки тоже очень. И оказалось, что они у нас в деревне уже находятся под крылом двух женщин. Двух сестер, они живут рядом у них дома, у них никого нет, но вот за собаками, за этими они ухаживают, кормят и стригут даже, и любят их, полюбили. В общем, вот, и вот мы эту собаку встретили. Они маленько диковаты, естественно, но уже наша машина знает. Подбежала, мы ее угостили, потом рыжего мы угостили. Вкусняшкой на Вальбере заказывала вкусненькие такие штучки. Вот. В общем, все. Все хорошо. Вроде бы Филиппа ждем. Сейчас поедем за ним на вокзал. Он там в каких-то с классом на каком-то квесте, что-то подземелье какие-то. Ну, в общем, для детей интересное. 1400 это стоило плюс на вкусную точку. Им деньги. Родители деньги детям давали. В общем, где-то в 2000 эта поездка выходит. Вот. Что еще? В предвкушении мероприятия, которое состоится 6 октября, вот где психотерапевт, косметолог, саксофон, лес, природа, гармония. Жду не дождусь, в общем, этого чудесного события. Очень хочется мне поскорее. Вот. Все нормально, все хорошо. Пойду повешу белье, постиралась. Как только что-нибудь интересное, обязательно видео запишу. Все. Ну, впереди много всего нового. Изменения такие в жизни происходят, поэтому я обязательно буду с вами делиться. Вот. Так что до связи. Спасибо всем за просмотр, за лайки. За комментарии. Спасибо вам огромное. Всем желаю крепкого здоровья и гармонии в душе. Да. Все, всем пока. Смотрите, как темно. Если слышно или видно ветер. Дима вот там шлифует в темноте уже.